А сейчас на льду обладатели пятого места после короткого проката, после короткой программы — Ксения Манько и Кирилл Халявин. Отставание у них великовато от четверки лидеров, и потому говорить о том, что они всерьез могут включиться в борьбу за медали, можно только при грубых ошибках тех, кто находится выше них. Но у Рязанова и Ткаченко ошибок грубых не было, а Ильиных Кацалапов даже с грубыми ошибками и многими снятыми баллами, тем не менее, по уровню все-таки выше. Ну, ребята, очень интересная характерная программа. Вы сейчас это увидите. Я надеюсь, что они передадут образ так же хорошо, как они показывали это на тренировке. Изюминки смотрятся в программе. Интересный переход поддержки. Хорошо, технично, реберно исполнена дорожка вот по кругу сейчас. И простая, но очень эффектная поддержка. Очень здорово. Ребята великолепно откатались, потрясающий образ создали на льду. И я думаю, что они очень довольны должны быть своим катанием, своей программой. Учитывая, что образ мимов, который они пытаются воплощать, это очень сложно. Это очень сложно. Пожалуй, сложнее только
детей и животных играть. Браво. И постоянно в течение этого сезона что-то не получалось у Ксении с Кириллом. И вот на чемпионате России, во всяком случае, в произвольном прокате наконец-то срослось. На мой взгляд, один из лучших, если не лучший прокат вот этого танца в текущем сезоне. Ну вот им удалось до конца, от начала до конца сохранить вот эту энергетику и передать по-настоящему тот образ, который они задумывали. И оба партнера очень техничные, владеют коньком очень хорошо. Весь танец исполняли в очень близкой позиции, что существенно усложняет задачу для танцоров на льду. Много интересных элементов, но опять же, вот в первую очередь я хочу отметить вот именно вот музыкальность постановки, потрясающую, использованы все музыкальные акценты, и элементы на них разложены очень хорошо. Думаю, у меня такая же реакция была бы, если бы мне кто-то понял. Им и веришь как раз. Веришь, и им веришь. Вот как раз в замедленном повторе было видно очень хорошее реберное исполнение части «Дороги шагу». К сожалению, вот у ребят нету преимущества вот такой вот большой разницы в росте. Да, Кирилл не намного выше, чем Ксения. Да, и, может быть, это ограничивает в некоторой степени акробатичность выполняемых поддержек для них. Но они вот нашли свои варианты очень интересных элементов, тем не менее. Но вообще пока смотреть произвольные танцы одно удовольствие. Давайте сейчас посмотрим и на оценки. Ксения Манько, Кирилл Халявин получают 93,2 балла. Чуть-чуть меньше даже, чем Александра Степанова и Иван Букин. Но, тем не менее, за счет того, что они были выше Александры с Иваном после короткой программы, чем выше существенно, они пока третьи вслед за Еленой Хацалаповым и Ренановой Ткаченко.